Всем привет, с вами Транзиция, мы продолжаем играть в SnowRunner. В этой серии мы займемся поручением «Утонувший грузовик». Само поручение берется здесь, рядом с грузовиком. 2 недели назад в воде нашли брошенный грузовик. Никто его не хватился, все сроки уже вышли. Так что теперь он мой по праву. Прошу вас поскорее отремонтировать и заправить эту машину. Починить Ворон АЕ-4380, который вот он. Значит, награда 290 опыта, 3150 денег. Будем использовать Ford F-750. Вот здесь стоит ремонтный комплект. Как он называется-то это? Ну, сейчас. Сервисный прицеп, так скажем. Желаю всем приятного просмотра и отличного настроения. Поехали. Надеюсь, доедем. Давай, давай. Ну ты красавец вообще. Ага. Повис, да? Ну молодец, чё? Чё тебе могу сказать? Ты просто молодец. А, полный привод забыл подключить. Вот я пень. Мой косяк. Давай, давай. Да, бы мощи бы побольше, цены бы не было бы. В этом месте берется поручение. Шмякс. Так. Заправить. Здесь хватит у нас топлива. Заправили. Так, отремонтировать. Опс. Так, так. Шмякс. А, топливо еще не заправил. Заправить. Опа, есть. Замечательно. Будет подарок жене на день рождения. Спасибо вам. Отличный подарок жене на день рождения. Да, супер-супер, конечно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Транзитас, увидимся в следующей серии. Всем пока и до новых встреч!